Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы смотрите первый видео «Авторынок». Если вы еще до сих пор не наш подписчик, рекомендуем подписаться. На канале много полезного и интересного о покупке и выборе поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют машины в наличии, либо наши вакансии, все это обнаружите по ссылочкам в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора к поддержанным машинам пока относится еще не в полной мере. Автомобили свежие. Выпускаться эта модель начала относительно недавно и, кстати, была практически сразу локализована в России. И эту машину до сих пор можно купить новой. Относится она к классу довольно популярному – компактные кроссоверы, представляя собой сочетание полного привода, высокого клиренса и экономичности, что немаловажно. В нашем сегодняшнем обзоре посмотрим на Kia Seltos внутри и снаружи, поговорим про технику, ну и, конечно, осмотрим автомобиль снизу на подъемнике. Kia Seltos пока существует в одном единственном поколении. Модель свежая. Появилась она в 2019 году. В Россию пришла на год позже, в 2020. После 2022 года у себя на родине эта машина прошла через рестайлинг. Что касается гаммы двигателей у российских Seltos'ов, она представлена тремя вариантами. Эту машину можно купить с атмосферным двигателем 1.6 на 123 лошадиные силы в сочетании с механической либо классической автоматической КПП. В варианте с двигателем 1.6 с турбонаддувом на 177 лошадей, который сочетается с 7-ступенчатым роботом. И в варианте с двумя атмолитрами с вариаторной коробкой передач. Привод у Seltos'а передний либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2021 года выпуска. Здесь двушка, 149 лошадиных сил, вариатор и полный привод. Пробег этой машины всего 10 тысяч километров. Габаритные размеры кузова Kia Seltos. Длина 4 метра 37 сантиметров, ширина 1,80 м, а высота 1,61 м. Колесная база этого кроссовера 2,63 м. Снаряженная масса 1400 кг, а максимально разрешенная полная 1790. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для Kia Seltos заводская краска это от 90 до 120 микрон. Причем разброс показаний достаточно скромный, как на большинстве современных автомобилей. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем с багажного отделения, чей каталожный объем 468 литров. Крышка багажника здесь довольно увесистая, даже несмотря на газовые упоры, это чувствуется. Ширина проема пятой двери в данном случае 108 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 73. Длина багажника по полу 84, а ширина в его наиболее узкой части 104 сантиметра. При необходимости увести более габаритный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения в пропорции 2/3 к 1/3. Складывать их удобнее из салона, но можно дотянуться и отсюда. Правда, есть шанс замарать штаны об бампер автомобиля. В этом случае доступная погрузочная длина составит 155 сантиметров. Максимальная длина груза, которую можно перевести в салоне Seltos'а, протолкнув его до передней панели, 2,5 метра. Что касается каких-то дополнительных фишек по багажнику этого кроссовера, здесь говорить особо не о чем, разве что упомянуть крючок на правой боковой панели багажника и плафон освещения с левой стороны. Под фальшполом у нас скрывается полноразмерное запасное колесо, внутри которого размещается пенопласт со штатным инструментом. И, собственно говоря, все, хотя вокруг запаски еще остается небольшое свободное пространство, которое можно заполнить какой-нибудь мелочью, например, положить туда знак аварийной остановки или буксировочный трос. Ну а теперь про салон Kia Seltos. Попадая сюда, успеваешь отметить достаточное количество пространства здесь, несмотря на то, что машина, в общем-то, довольно-таки компактна, опять же, по меркам кроссоверов. Сиденья выглядят миниатюрными, но при этом, как ни странно, хватает длины подушки. Здесь очень развитая боковая поддержка на спинке и практически только ее имитация на самой подушке сидения. Рассуждение о стилистике интерьера оставим для другого случая. Что касается материалов, то в Kia Seltos пластик везде и всюду жесткий. Сказывается бюджетность данного кроссовера, по крайней мере, у себя на родине. Рулевое колесо имеет кожаную отделку и, кстати говоря, подогревается. Руль здесь небольшого диаметра, трехспицевый, выглядит очень симпатично и несет на себе две группы клавиш.
С левой стороны у нас управление телефоном и мультимедийной системой, а с правой стороны круиз-контроль и клавиши для управления и навигации по меню бортового компьютера. Комбинация приборов здесь довольно простая, но при этом весьма информативная и хорошо читаемая. Внутрь спидометра и тахометра вписаны, соответственно, указатель температуры, он здесь стрелочный, и указатель уровня топлива посредине дисплея бортового компьютера. Подрулевые переключатели расположены чуть дальше, чем того хотелось бы. Даже с моей длиной пальцев мне приходится к ним тянуться, отрывая руку от обода руля. В плане регулировок и удобства посадки вопросов нет. Рулевая колонка в данном случае регулируется, причем в очень широком диапазоне, как по вылету, так и по наклону. Водительское сиденье также имеет большой запас регулировки, и даже не опуская его максимально вниз, я отодвигаюсь назад и вытягиваю левую ногу, при этом полностью выпрямляя в колени. Чтобы достать в таком положении до моторного щита, приходится еще тянуть носок вперед. Так что, несмотря на то, что Seltos — это компактный кроссовер, даже люди высокого роста здесь разместятся. Опора под локти в наличии как на самом подлокотнике, причем в данном случае он отделан кожзамом, так и на центральном боксе, тоже кожаная отделка. Блок стеклоподъемника и управление зеркалами здесь абсолютно стандартный. Слева от руля располагается клавиша корректора фар, регулировка яркости подсветки приборов и система стабилизации ее включения-выключения. По центру приборной панели доминирующую позицию занимает торчащий экран мультимедийной системы. Экран большой, на него выводится картинка с камеры заднего вида, а внизу под дефлекторами вентиляции располагается панель климат-контроля с большим и вытянутым по горизонтали дисплеем. Регулировка температура осуществляется удобной крутилкой. Вот обороты вентилятора и прочие дополнительные функции, например, смена режимов обдува, уже возложены на отдельные кнопки. Надо сказать, что кнопки хоть тактильно различимы, но привыкать к их расположению придется, поскольку ряд их здесь весьма длинный. Еще ниже располагается 12-вольтовая розетка и два USB-разъема. Селектор коробки передач здесь, в общем-то, привычной формы, с боковой кнопкой блокировки, прямой прорезью и режимом ручного выбора передач. Слева от селектора располагается круглая шайба, позволяющая выбирать режимы работы автомобиля: экономичный, нормальный, либо спортивный. Здесь же на центральной консоли располагаются клавиши управления подогревами сиденья, подогревом руля, клавиши активации системы контроля скорости на спуске с горы и кнопка блокировки муфты полного привода. Так что кнопочками Seltos не перегружен, и сориентироваться здесь можно будет достаточно быстро. Стояночный тормоз в данном случае у нас самый обычный, механический. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, два подстаканника располагаются на центральном тоннеле. Есть полочка, куда можно сложить мобильный телефон. Причем задвоенная, можно сказать, двухэтажная. Основной бардачок не очень большой, но некие документы формата А4 плюс мелочевка сюда вместятся. Никакого футляра для очков на потолке не предусмотрено, а внизу дверных карт есть карманы длиной в половину двери, передняя часть которых отформована для хранения бутылки либо какой-то другой емкости с напитком. По части обзорности. С обзорностью назад здорово выручает камера заднего вида. Без нее было бы тяжеловато. Боковые зеркала у Seltos не настолько крупные, как можно было ожидать от современного кроссовера. Плюс они заужены к краю. Однако в целом вопросов по обзорности назад здесь нет. Передняя панель довольно высокая, но при этом вы полностью видите габариты автомобиля. Видимые здесь не только боковые края капота, но и передний край тоже. Так что парковаться на этом автомобиле более или менее легко. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Что касается заднего сидения, в отличие от передних кресел, заднее сидение практически полностью плоское в плане подушки. Нет здесь даже имитации поддержки, соответственно, три человека разместятся. Размещению среднего пассажира слегка препятствует тоннель на полу. Здесь он не самый высокий из того, что приходилось видеть, но он есть. На тыльной стороне передних кресел располагается пластиковая панель. Так что в случае, если ваши колени будут контачить с сиденьем, приятного будет мало. Но при моей собственной регулировке при росте 1,86 м я коленями переднего кресла не касаюсь. Кстати, интересно, компания Kia решила, видимо, сэкономить. И карман для мелочевки есть только на кресле переднего пассажира. А водительская просто гладкая, без ничего. Нет здесь и центрального подлокотника. Так что в плане опоры под локти рассчитывайте только
только на дверную карту. Подлокотник здесь отделан кожзамом, так же, как на передних дверях. В целом профиль сиденья здесь неплохой, и разместиться можно с удобством. Место под передними сиденьями, куда разместить ступни, также присутствует. Ну а по запасу пространства над головой и вовсе никаких вопросов не возникает. Несмотря на высокую линию бокового остекления, взрослым пассажирам Селтоса на втором ряду все же будут видны окрестности. Так что отправляться в дальнюю дорогу на заднем диване этого кроссовера вполне можно. Кстати, никаких регулировок спинки по углу наклона в данном случае не предусматривается. Ну а теперь про двигатели Kia Seltos. Под капотом этого автомобиля, младший в линейке, это двигатель G4FG. Объем его 1,6 литра, а мощность разная в зависимости от того, с механикой либо с автоматом. Он агрегатируется на механической КПП 123 лошадиные силы и 151 ньютон-метр крутящего, на автомате 121 лошадь и 148 ньютон-метров. Этот же двигатель можно найти под капотом современных Hyundai Solaris и Kia Rio. Собственно, G4FG – это глубоко модернизированный вариант G4FC, который встречался на первом поколении Hyundai Solaris. Из изменений в конструкцию можно отметить еще один фазовращатель, теперь и на выпускном распредвалу тоже, а также маслонасос, который теперь совмещен с передней крышкой. Привод ГРМ у такого мотора цепной, причем цепь после 2014 года в этих двигателях стала роликовая. И ее ресурс вырос по сравнению со старой пластинчатой, где-то до 200 тысяч километров пробега. Мотор четырехцилиндровый, блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива, а гидрокомпенсаторов нет. Зазоры клапанов регулируются при помощи толкателей. Регламент регулировки 90 тысяч. На практике далеко не всегда приходится к этому прибегать. Объем заливаемого в этот двигатель масла 3,7 литра, вязкость 5W30, либо 0W30. Двигатель надежный, работает он свыше 300-350 тысяч километров пробега. Единственный момент, который может его подкосить на этом марафоне, это разрушившийся каталитический нейтрализатор, который в данном случае представляет собой кат-коллектор, то есть расположен он максимально близко к головке блока для быстрого прогрева и более оперативного включения в работу. Второй двигатель, который находится под капотом Селтоса в сработизированной КПП, это G4FJ. Объем тот же, 1,6, конфигурация похожая, 4 цилиндра в ряд, тоже алюминиевые два верхних распредвала и все то же отсутствие гидрокомпенсаторов, но зато наличие прямого впрыска и турбонаддува. Такой мотор выдает 177 лошадиных сил и целых 265 ньютон-метров крутящего момента. Маленький расход топлива и отличная динамика. Такой мотор проще в плане впускного коллектора. Здесь он без переменной геометрии. И вдобавок оснащен маслофорсунками для охлаждения поршней уже с завода. Такие моторы появились в 2011 году. И вот на двигателях первых серий компания столкнулась с большим количеством разного рода проблем, в том числе и по поршневой группе. Но с течением времени проблемы эти устранялись. Поэтому можно предполагать, что если вы купите Turbo Seltos с небольшим пробегом, скорее всего, тысяч до 150 беспокоить вас этот агрегат ничем не будет. Ну а после 150 есть шанс поменять цепь ГРМ. После 100 тысяч километров также может появиться расход масла на угар. Но для турбоагрегатов это плюс-минус часто встречающееся явление. Объем заливаемого масла у турбомотора больше 5,1 литра, вязкость 5W30. Ну а ресурс такого двигателя, если за ним следить и своевременно обслуживать, порядка 200-250 тысяч километров. При покупке обязательно смотрите на состояние турбокомпрессора. Турбина на такие моторы стоит недешево. Ну и последний, самый объемный двигатель – это наш случай. 2 литра рядная четверка G4NH. Это мотор современный. Появился он в 2018 году. На этом двигателе цепной привод ГРМ. Здесь есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Соответственно, регулировка ему уже не грозит. Самый обычный распределенный впрыск топлива, фазовращатели на впуске и выпуске. И самое приятное – это наличие здесь маслофорсунок, то есть проблем с задирами G4NH лишен. Мотор выдает 149 лошадей и 180 ньютон-метров крутящего момента. С точки зрения надежности, динамики и расхода топлива – это практически идеальный вариант. Прогнозируемый ресурс такой силовой установки, заявленный производителем, около 250 тысяч километров, но есть все основания полагать, что эти моторы будут ходить свыше 300.
Кстати, и масло сюда заливается не так много, всего 4 литра. Что касается коробок передач, с атмосферным 1.6 на эти машины с передним и с полным приводом устанавливались механические коробки. Их индекс М6CF1 и М6CF4 для полноприводного варианта. Сами по себе эти механики весьма выносливые, до пробегов 200-250 тысяч с ними, как правило, ничего не происходит. Если смотрите машину с пробегом более этой цифры, обратите внимание на бесшумность работы механики. Она может демонстрировать гул подшипников. Убить такую трансмиссию можно, но это придется делать, скорее всего, специально, в том числе используя автомобиль в качестве гоночного болида, обеспечивая максимальную нагрузку на коробку и элементы сцепления. Ну а второй момент – эксплуатировать машину либо с невыставленным в уровень маслом, либо, как вариант, вообще его не менять. Классический гидроавтомат A6GF1 на версиях с 1.6 мотором – это очень неплохая коробка, которая, излечившись от некоторых своих детских недостатков на автомобилях первых лет выпуска, причем это не относится к Селтосу, поскольку здесь трансмиссия уже в новом модернизированном виде, теперь ведет себя абсолютно адекватно. Большая часть жалоб на работу таких коробок относится к программе управления и решается прошивкой. Исправная трансмиссия не должна дергать и тянуть передачи. Но по своему механическому содержимому это КПП, в общем-то. Но в целом такие коробки служат далеко за 250 тысяч километров пробега. Что касается семиступенчатого робота на турбовариантах, то на таких коробках, пожалуй, основным недостатком будет дерганая работа в случае, если не обновлена прошивка. И второй момент – очень небюджетная замена сцепления и мехатроника в случае выхода его из строя. Ну а на нашей версии с 2-литровым мотором устанавливается только вариаторная коробка с маркировкой G0GF1. Эта трансмиссия представляет собой вариатор с цепью, а не с ремнем. Выпускается она крайне непродолжительное время и пока никаких особых нареканий в свой адрес не сыскала. Единичные случаи гибели таких коробок при очень пристрастных тест-драйвах в расчет можно не брать. Интервал замены рабочей жидкости в вариаторе лучше сократить с предписанных регламентом 75 до где-то 50 тысяч, а также по возможности избегать перегрева. Но в целом в сочетании с 2-литровым атмосферным мотором эта трансмиссия демонстрирует неплохой ресурс, работает более чем 200 тысяч километров. Ну а перед тем, как посмотреть на Kia Seltos снизу, давайте поговорим про дорожный просвет. Кстати, его каталожное значение для этой модели от 183 до 190 мм в зависимости от версии исполнения. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. На самом деле, самая низкая точка в данном случае – это защита моторного отсека. Примерно она соответствует брызговичку под передним бампером по высоте. А до брызговичка от пола у нас всего-навсего 17 сантиметров. Сам край переднего бампера находится на отметке 19 сантиметров от асфальта. Отбортовка на пороге 21 сантиметр. Задняя часть машины повыше 23. Ну а до заднего бампера от асфальта 27 сантиметров. Причем ниже этого габарита не свисает ничего. Бак оглушителя здесь проходит поперек автомобиля. Она подтянута вверх и спрятана в габарите. И даже срез выхлопной трубы плюс-минус соответствует этим же значениям. Что касается ходовой части, Kia Seltos подвеска здесь реализована по традиционной для кроссоверов схеме. Передняя подвеска простая, типа Макферсон. Шаровые опоры нижних рычагов в данном случае по задумке производителя неразъемные с ними. В любом случае для замены шаровой придется сначала демонтировать рычаг. Что касается рулевой рейки, в данном случае она, конечно же, электрическая. Вопросов по подтекам шлангов и магистралей не будет по определению. Кстати, руль у Селтоса очень и очень легкий. Кому-то это покажется огромным плюсом, тем, в частности, кто часто ездит по городу и кому приходится много маневрировать. Ну а кто-то сочтет такое рулевое управление пустым и не имеющим обратной связи. Стабилизатор поперечной устойчивости, в общем-то, достаточного сечения для паркетника. Расположен он здесь на подрамнике, и доступ к его креплениям, особенно с правой стороны, весьма затруднен. Так что в случае, когда возникнет необходимость менять втулки, подрамник придется частично демонтировать. В плане антикоррозийной обработки и разного рода защит. Этот автомобиль, будучи собран в России, конечно, имеет следы антикора, в том числе на днище и на лонжеронах.
плюс большое количество накладок, как термозащиту, так и дополнительные напоминающие войлочные подкрылки в колесных арках панели, которые закрывают непосредственно днище кузова. Имеется антикоррозийная обработка здесь, в том числе и на порогах. Топливный бак у Kia Seltos, пластиковый объем его 54 литра. Заливная горловина тоже пластиковая, соответственно, вопросов по коррозии здесь не будет. Задняя подвеска у этого автомобиля на тройных поперечных рычагах. Количество сайлентблоков здесь достаточное. Пока автомобили еще практически новые, но когда пробеги будут большими, на состояние всех этих резинок нужно будет уже обращать внимание. Интересно, что пружина и амортизатор здесь стоят отдельно друг от друга, так что заменить эти компоненты по отдельности в целом получится. Тормоза у этого кроссовера в круг дисковый, ручник, как уже было упомянуто, обычный механический, и действует он на рабочие тормозные механизмы. Ну а полный привод здесь реализован по классике для корейцев. Муфта подключает в работу заднюю ось, когда это требуется, либо если вы принудительно заблокировали ее кнопкой из салона. Но режим заблокированной муфты предназначен для движения на небольших скоростях до 40 км в час. Также не забывайте о том, что муфту на бездорожье, если пытаться преодолевать очень серьезную грязь, можно запросто перегреть, и тогда ваш кроссовер на какое-то время останется моноприводным. Ну а расположение электрических разъемов на этой самой муфте косвенно намекает нам на то, что для серьезных внедорожных покатушек с преодолением бродов этот автомобиль изначально не задумывался. Таким мы увидели сегодня компактный кроссовер Kia Seltos 2021 года выпуска с мотором 2 литра 149 лошадиных сил, вариаторной коробкой передач и полным приводом с пробегом 10 тысяч километров. Надеемся, после просмотра этого ролика у вас в целом появилось представление о Kia Seltos, как о модели, и свои выводы вы сделали. Если у вас был или до сих пор есть подобный автомобиль, на котором вы уже катаетесь не первый год, и вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, пропишите все это в комментариях, чтобы людям, которые думают о покупке Kia Seltos, было проще сделать свой выбор. Если же вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию, включая актуальную стоимость, уточняйте по телефону. Телефон указан в описании под видеороликом, на нем есть WhatsApp, так что пишите, звоните, не стесняйтесь задавать вопросы. Если обзор понравился и оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать в комментариях, какие машины вы хотели бы наблюдать у нас на подъемнике в будущих сюжетах. А сейчас спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!